режим повышенной готовности. Данный акт незаконен. Просьба разойтись. Журналиста Плющева, уже третий раз. Уважаемые граждане, продолжает действовать режим повышенной готовности. Данный акт незаконен. Просьба разойтись. Есть закон о СМИ. Это есть электронный паспорт. Уважаемые граждане, продолжает действовать режим повышенной готовности. Данный акт незаконен. Просьба разойтись. На данном мероприятии имеется план задания? Еще раз. Уважаемые граждане, продолжаем действовать режим повышенной готовности. Данный акт незаконен. Просьба разойтись. На каком основании? Татьяна Фигенгауда, Уважаемые граждане, продолжаем действовать в режим повышенной готовности. Данный акт незаконен. Просьба разойтись.